Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Как вы помните, в голосовании за лучшую пару в конкурсе «Свадьба на миллион» лидировали Саша Артемова и Женя Кузин. А теперь в лидерах Тата Абрамсон и Валера Блеменкранц. Артемова удивляется, почему так резко, буквально за 15 минут, выросли голоса у Валеры с Татой и у Кости с Сашей. Не попахивает ли это разводом нас? Саша Харитонова влюбилась в Сергея Кучерова. «Я превратилась в маленькую девочку. Я свечусь, как лампочка, когда Сергей смотрит на меня своими добрыми глазами. Мне этого так не хватало». Участники «Дома-2» рассказывают о том, что происходило на съемках новогоднего концерта. Саше Харитоновой вручили премию «Успех года». Валера Блеменкранц и Тата Абрамсон победили в трех номинациях: «Лучшее свидание», «Лучший танец» и «События 2016 года». Им вручили денежный приз. Илья Ебаров получил статуэтку «Дом-2» и премию в размере 100 тысяч рублей. Андрею Чуеву вручили премию «Афера года», а также им с Мариной Африкантовой вручили премию «Любовь года». А Ольгу Рапунцель наградили в номинации «Бренд» проекта «Дома-2». Она считает, что заслужила эту награду. А Глеб Жемчуков попал в немилость у организаторов проекта. Его не пустили на съемки Нового года и даже запретили упоминать его имя. А Ольга Бузова прямо на концерте потеряла сознание. Танцоры, которые находились в этот момент на сцене, смогли подхватить Бузову и не допустить каких-либо травм Оле. Татьяна Африкантова в видеотрансляции рассказала много интересного. Например, то, что у Оли Жемчуговой было несколько номинаций, но ей сказали не приходить на съемки, потому что фамилия Жемчугов вообще не должна даже произноситься. Элла Суханова была очень недолго на съемках, потому что руководство к ней плохо отнеслось. Она посидела молча и потом ушла. Ирина Агибалова не смогла быть на съемках праздничного концерта, а Татьяна Владимировна так хотела помириться с ней, она приготовила слова для мира и для дружбы. А самой Африкантовой на съемках дали приз в номинации «Лучший секс за 12 лет на Доме-2». А также ей сделали заманчивое предложение, и после Нового года мы будем видеть Татьяну на телевидении очень часто. Ольга Бузова показала подписчикам свою шикарную елочку. Елку украшает, песни поет, в обморок падает, когда она все успевает, недоумевают зрители. Ольга Солнце стала крестной мамой сыну своей близкой подруги Насти Дашко, мальчику которого назвали Клим уже 4 месяца. Женя и Антон Гусевы на днях развелись. Антон написал в своем блоге, что он не изменял Жене. «Ушел не я, я до последнего пытался сохранить семью. Как только я увидел ее фото с одним, со вторым, в гостинице и так далее, я для себя принял окончательное решение. Я желаю Жене прекращать быть жертвой и не скрывать свою настоящую жизнь. Сын подрастет, все увидит и поймет. А доказывать здесь каждому второму, что вина не во мне, я не собираюсь». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.